Индустриальный парк в столице приобретает реальные очертания пока на бумаге. Сегодня эскиз будущего парка, где должны разместиться предприятия малого и среднего бизнеса, обсудили участники градостроительного совета. Проектировщики представили свое видение, а члены совета высказали пожелания. Под будущий индустриальный парк определили пустующую площадку напротив промтрактора. В будущем на 23 гектарах должен вырасти целый комплекс для малого и среднего бизнеса, производств разного профиля. Им уже тесно в существующих площадях, а резерва просто нет. Предварительно размежевано 11 площадок. 11 площадок – это под конкретно резидентов. То есть здесь не мнимый, а определенный субъект предпринимательства. Эскизный проект разрабатывался с учетом пожеланий резидентов. Реально парк займет не 23 гектара, а 17. За минусом – санитарно-защитной зоны, которую учел проектировщик. Крайние участки комплекса граничат с жилым микрорайоном. Хоть и территория выделена как под промышленную застройку с вредностью предприятий 4-5 класса, то есть охранная зона у них 50-100 метров, пришлось учитывать, что крайние участки данной территории, которые граничат с территорией 14 микрорайона, будут выполняться только из предприятий 5 класса вредности. 5 класс вредности – это предприятия, которые нету недопустимо литье, выброса вредных веществ. То есть это сборочное производство, ни в коем случае не шумное производство, чтобы жители соседнего микрорайона было достаточно комфортно. У совета всегда находится пожелание как проектировщикам, так и к себе. Любой эскиз здесь обсуждается живо. Этому проекту недостает индивидуальности и яркости, считают некоторые участники. Пока с архитектурной точки зрения получается безлико. Оживить вот этот весь фронт, потому что он настолько вялый, эти вот двух-трехэтажные объемы, они не дают, вот, ну, просто нет какой-то композиции. Я с ними согласен. Изначально, когда мы начали разработку данного эскизного, ну, не эскизного проекта, у нас задача стояла разработать инфраструктуру для технопарка. Первую линию мы отбили, конечно, по-другому. В связи с тем, что уже появились конкретные заказчики на данной территории, нам пришлось подстраиваться под их нужды. Городские чиновники беспокоятся по другому поводу. Где-то предусматривается вообще в описательной части договорных отношений то, что производство, которое будет размещаться на территории, оно будет соответствовать именно той санитарно-защитной зоне, которая на сегодняшний день здесь обозначена. Минэкономразвитие отвечает утвердительно. Существующий проект только на старте, и к нему совет еще вернется. Ольга Григорьевна, Николай Яковлев, Республика.